Ви знаєте, Ангеліна на перерві мені каже, що ти виглядаєш трошечки убого. Знаєш, таке, так сказати, що ну, стиль тебе такий собі, як ти син, розумієш? І мені стає якось образливо. І я думаю, ну, зараз ми на перерві про це не будемо говорити, ми краще поговоримо це все з експертом, правильно? Так, знаєш, як ти кажеш, на всю країну будемо обговорювати твій зовнішній вигляд, і не тільки твій, а й наш, і в якому краще зовнішньому вигляді зустрічати цей новий рік, щоб не образити його тим, щоб погано підготувати. А допоможе нам сьогодні у цьому наша ранкова гостя Олександра Миколюк, стилістка. Доброго ранку. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброе так, утро. Давайте зруйнуємо міф, те, що я виглядаю убого. Ні, ви виглядите великолепно, но Новий год все-таки я советовала би встречати несколько иначе, чуть другие цвета подобрать для своего образа. Давай, интересно, думаю, интересно. Давай, що було ще цікавіше, ми одразу розпочнемо з вас. Ви як стиліст, в яких напрямках працюєте, щоб потім вже глядачі розуміли, чого саме вас ми запросили. Конечно. Меня зовут Александра Миколюк. Да, как вы уже знаете, я работаю как фэшн-стилист или как стилист для коммерческих клиентов. Работала с фэшн-изданиями. Вот недавно стилизовала совершенно журнал Playboy. Ага. Вот такие пироги. Да, то есть стилизовала Эскада, Джон Ричмонд в Праге. Работала действительно с крупными такими классными заказчиками, но очень люблю работать с людьми, поэтому к вам сюда пришла. Ну, с людьми две тут есть. Да, минимум две и еще миллионы, тысячи, взагалі, все наши телеглядачи. Дивіться, тепер давайте розпочнемо з того, що от Новий рік є чоловіки, ну, Олесь, ось, і є ми. Ну, Олесь. І нам потрібно... Я не зрозумів, в яку сторону, коли з яким моментом ця палиця переламалася? Не переживай. Ми зараз розберемося і своїм зовнішнім виглядом, і з моїм. Що потрібно, давайте розпочнемо з чоловіків, обирати їм на новорічну ніч, щоб круто виглядати. Ви знаєте, я би сказала так, що, Олесь, ви виглядите, безусловно, прекрасно, як стиль на новогодню ніч. Я би все-таки теж оставила смарт-кежуал. Безумно круті. Смарт-кежуал, більш детальніше, що це, як це, щоб було всім зрозуміло? Смотрите, смарт-кежуал, вот это приблизительно то, в чем сейчас Олесь. Собственно, это официально деловой, но разбавленный такой, чем-то небрежным. К примеру, футболкой, да, то есть мы привыкли, что мужской жилет, он на рубашке у нас очень классно играет, в принципе, и смотрится уже как классический такой вариант, праздничный. Но вот это вот сочетание великолепное. Здесь, посмотрите, у нас еще оголенные щиколотки. Да, то есть у нас здесь такая эстетика, легкая, небрежная, но при этом очень аккуратно и стильно все смотрится. Поэтому я бы советовала единственное, если вы хотите добавить красок в ваш образ, добавить красок, а вот именно вот этот костяк не на лице, оставить. Да? Ну, если хотите, можно и на лицо, в принципе, Новый год, новый карнавал, ну, так, почему так, вы так. Нет? А вы сказали фарбу, да, на каких кольорах краще заакцентувати? Конечно. Вы знаете, год тигра, он не любит каких-то хищных принтов, он не любит чего-то яркого, противоестественного, то есть кислотные тона, которые были в моде, или, к примеру, тот же синий электрик, который так горячо люблю я. Вот Новый год не рекомендуется встречать, зато рекомендуется встречать в цветах светофора, чтобы было вам легче запомнить. Это красный, это желтый, это зеленый. Угу. Ну и, конечно же, можно использовать нам белый, золотой добавить и оттенки синего. Тоже. Но поки довольно еще в один неплохо. Колір попали ідеально, то жовтий. Ну, я обожнюю жовтий колір, будь ласочка, я в ньому буду зустрічати Новий рік. Це потрясающе. А якщо говорити, ми, ну, це зрозуміло, що має бути такий смарт-кежуал, правильно, стиль? Вірно. Це ми, я так розумію, що не піджаки обираємо, а більш жилетки. Ні, можна і жакети, к примеру, надівати з джинсами, надівати з тими ж футболками. Тобто mm-hmm. смарт-кежуал можна обігрувати по-разному, поскольку це такий свободний стиль, який дає, наоборот, дихання вашому образу більше. Поскольку класичний, він сковує і придає какого-то официоза, даже вот осанка. Даже чего стоит одна осанка или речь, которую люди толкают в определенных образах. А смарт-кежуал это как раз поднял бокальчик и с Новым годом, страна! Если забирать смарт-кежуал, який ще стиль підійде? Конечно же, подойдет любой вид. Я не знаю, вот для девушек это различные платья, юбки. Это все, что угодно, в принципе, драпировка. Длина миди, длина макси. Вот тигр любит абсолютно все, кроме действительно каких-либо животных или анималистичных принтов или противоестественных форм. Также советуют придавать вашим образом, так как тигр у нас водяной, все-таки больше воды, то есть
есть, если, к примеру, вы добавите в ваш образ жемчуг или добавите какие-то серебряные цепи, то есть аккуратные какие-то украшения к вашему образу, это будет очень стильно и гармонично смотреться. Но вот для женщин действительно можно выбрать фактически все, поскольку тигр нам дает полную свободу, в отличие от вас, мужчин. А вот, соболезную, но искренне рада за нашу половину. А вот за вашу чи за нашу? За нашу. За нашу. Я зрозумію, тут вже така невеличка колаборація, ще навіть поза ефіром було, мені доказували, що ананаси – це нормально. А я тобі казала, жарти підбираю протягом ефіру, от все. Вкусно. Ось дивіться, якщо ми говоримо, що цього року можна максимально все, просто для мене, знаєте, якщо раніше ми готувалися до нового року, а краще уникати цього кольору, а краще, щоб не було такої, і взагалі золото не вдягаєте, бо там налякаєте цей рік. Тобто цього року взагалі немає ніяких заборон. Ви знаєте, этот год дает большую свободу, поскольку тигр, как мне сказала моя подруга-астролог, я прежде чем прийти к вам, поскольку я не сильный самый человек в астрологии, я посоветовалась с экспертами. Підготовка. И, собственно, да, подготовка на уровне у нас. И, собственно, что сказала мне моя подруга? Что этот знак довольно сильный и довольно смелый. То есть тигр демонстрирует сам по себе отвагу и смелость. Поэтому если вы действительно будете идти до конца в ваших начинаниях, то есть я решила, что я буду в красном, значит, я сказала, я буду в красном. Вы надеваете свой красный и сияете. Тигр вас поощрит за это и не будет к вам агрессивен. Ангеліна, для тебе ідеальний цей рік, як на мене. Я сказала, я буду. Все. Так. Я хотів би трішки повернутися до чоловіків. Ну, давай. Що? Чисто піджаки і все? Чи все ж таки більше волі? Джинси, футболочка, светр класний з оленями такими, наприклад. Это также зависит от формата мероприятия. То есть, к примеру, если вы решили встречать Новый год за столом с вашей семьей, объединившись, я не знаю, прекрасной идеей, атмосферой вечера, то, конечно, лучше подобрать что-то более комфортное для посиделок или у камина, или просто за праздничным столом. К примеру, тот же свитер с оленями. Это прекрасная альтернатива. В принципе, любым каким-то новым идеям, вот та самая нестареющая классика. Ну и плюсом к тому же, если вы решите продолжить ваш праздник, к примеру, дальше в каком-то заведении или куда-то выйти, более официальный стиль, то есть smart casual. Если у вас прям вечеринка какой-то высокой моды или у вас мероприятие обязывающее, то все-таки настаиваю действительно на классике. Но у мужчин, понимаете, это все зависит больше от формата мероприятия. А у нас у женщин больше зависит от настроения. Поэтому наш тигр, дающий нам свободу, в этом году с нами. Я тебя жду, тигр! Я так зрозумів, що чоловіків в цьому році ніхто не буде любити. Прекрасно. Можливо, тигриці, знаєш, вийдуть на охоту. Про це ще не точно. А ось цей момент зі шкіряним одягом. Зараз просто в тренді реально там шкіряні штани, шкіряні спідниці. Чи актуально це вдягати новорічну ніч? Ви знаєте, я би ізбігала все-таки таких форматів. Я би предпочла какие-то, може бути, натуральні ткані. К примеру, це шолк, може бути, це може бути кашемір, поскольку синтетика, вона немножко тигру буде проти шерсті. Ну і кожа, розуміється, це доволі агрессивно, поэтому лучше избежать, если вы можете. Но если смелости хватит, то что? Тигр? Тигр с нами. Ну, тигрити в шкірі буде. Ну, варіант. Головне, знаєш, щоб не леопардові лисини. Ой. Ну, а от этого надо избегать. Ангеліна, одягай. Ти хочеш, щоб я розутила тигра? Ну, ти прям будеш кицькою такою, прям кицькою. Это Ангеліна, он мстит за піцу с ананасами. Я теж так подумала. Колаборація вона діє до того часу. А якщо поговорити про взуття, і про чоловіче, і про жіноче, ну, у нас більше варіантів вибору. Проте, давайте розберемося з чоловічим взуттям. Чи це щось класичне, чи більш спортивне, чи взагалі якісь осінні типу ботики взяти? Ви знаєте, здесь полная свобода, поскольку тигр, как бы, он без ботиночек, насколько мы знаем, в дикой природе. Вот, поэтому здесь подсказок от астролога моего совершенно никаких не было. И для меня, чтобы я как-то попробовала это сочетать. Но мужчинам я рекомендовала бы тоже, в зависимости от мероприятия, как и женщинам, лично я буду Новый год встречать, конечно же, на шпильках, поскольку я являюсь прям фанатом этой обуви. Поэтому если вдруг хватит сил, берите, надевайте шпильки, но, конечно же, возьмите с собой тапочки, потому что ночь будет длинной.
А якщо ви говорите, що вже у вас буде образ на шпильці, поділіться секретом, в чому буде у вас, ну, яка сукня, який принт, фасон, модель? У меня будет платье классического фасона, это будет длина чуть ниже колена. Я выбрала себе прекрасный синий цвет, очень глубокий, кстати, полезный в следующем году для ведения переговоров. То есть, если у вас в следующем году будут какие-то важные переговоры, советую сделать акцент именно на этом цвете. Еще ранку в студии, да? Вот так, вот так. В целом непогано. И, собственно, я выбрала платье именно в этом цвете. Не потому, что я бы хотела сделать упор на дипломатию, просто я обожаю синий. Но вот этот приятный бонус я себе, кстати, в копилочку как бы возьму насчет синего. А якби тканини, якого краще матеріалу? Ну, це може бути фатин, це може бути, знаєте, як це незам, гіпюр, ну, дуже теж популярно зараз стало. Чи доречно, чи ні? Да. Смотрите, лучше сделать акцент действительно на натуральные ткани. То есть, если есть возможность выбрать что-то натуральное, пусть это будет фасон несколько проще, но сделайте акцент действительно в этом году на качественный, хороший материал, который вы выбираете. Потому что это в первую очередь не только удобно, но еще и, собственно, если вы предпочитаете делать упор на астрологию, ту же, как, в принципе, я думаю, каждая женщина, которая выбирает платье в нашей стране, она сразу же заглядывает, боже мой, что там за год, какие цвета, какие материалы. Я би советувала, да, щось натуральне вибирати. От чоловікам рекомендується колір світлофору. Ось, а жінкам що? Ні, це іменно на оба пола дійсно. Да, да. Но ви можете, якщо ви боїтесь експериментувати з яркими цвітами, ви можете вибрати щось більш спокійне, тобто, наприклад, зробити акцент на нейтральні оттінки. Це може бути бежевий, це може бути серий. Головне, щоб це був не чорний. Пусть у нас і чорний водяной тигр, но все-таки новогодняя ночь – это не повод для траура. Ну, от мене на Новий рік завжди така традиція. Я заходжу в секонд-хенд, дивлюся на одяг, який, о, як таке носять, беру. Ось, і відповідно, я в такому скаженому образі собі Новий рік святкую. Чи це нормально? Чи це краще від цього відходити? Послушайте, это круто, что у вас есть именно ваше видение того, как вы хотите встречать Новый год, того, в чем вы хотите быть. Главное, это ваш комфорт и соответствие вашему настроению. А как это выглядит со стороны, знаете, это всегда уже дело второе. Ось класно ти тему підняв, саме тему стилістики, вечірок і образу. А ви поговорили про таку більш класичну сукню, Олес розповів про такий стиль 90-х. Ви знаєте, зараз популярно, коли роблять вечір, корпоративи в різних стилях. Чи можемо поговорити, наприклад, на вашу думку, що зараз стильно, у якій тематиці, ну, святкувати Новий рік, і що для цього стилю краще підібрати з одягу? Ну, смотрите, эта тема довольно обширная, я бы сказала. Но мои любимые направления, это, да, действительно, 90-е. Если вы видели, в каком я плаще пришла, такой черный, огромные гипертрофированные плечи, именно преувеличенно большие. Ну и, собственно, когда меня видят в этом плаще мои друзья, которые далеки от мира моды, они говорят, что я как раз-таки вот из какого-то Гелендвагена, наверное, вылезла. Какая-то бандитка пришла сюда. Но на самом деле 90-е, они обыгрываются довольно долго, уже продолжительное количество времени, около 2 лет, и пока не надоело, я советую эти 90-е все-таки использовать и раскручивать по полной программе, поскольку если вам близка эта стилистика, и вы считаете, что это искренне ваше, ну вот это в тренде. Это можно сочетать с современными, к примеру, какими-то форматами одежды, фасонами, то есть оттенками, со всем чем угодно, а сверху, к примеру, накинуть этот плащ или взять акцентные какие-то винтажные ботинки. Это будет смотреть очень интересно и здорово. Но еще, к примеру, вечеринка была в прошлом году в стиле киберпанк. Ух ты! Вообще гениально, это просто. Это типа майбутня, да? Да, это что-то наподобие таких роботизированных тоже мотивов, больше металла, но и при этом яркие сумасшедшие оттенки. То есть, если вы решите, к примеру, купить в том же секонде крутые разноцветные боа, я вот недавно видела, я стилизовала последнюю съемку, и это было просто какое-то потрясение, кислотные и оранжевые, и розовые боа. Если вы решите вот так вот намотаться, а сверху приклеить вот сюда сковородку, это будет не городской сумасшедший, это будет оригинальное стилистическое решение. Клас. А знаете, чему заговорили за 90-е? Тому что, ну, на меті там буде найближчим часом святкування саме в такій тематиці. Користуємося можливістю у прямому ефірі. Якщо розібрати трішечки жіночі-чоловічі образи в цій стилістиці, дуже часто 80-ті, 90-ті якось стираються, і ти не розумієш, що з них є що. Чи можемо ми так коротко зараз описати образ 90-х для чоловіків і для дівчат? Ви знаєте, можна коротко прям
в одно предложение уложиться. 80-е – это больше про яркие разнообразные цвета, про пайетки, про блестки. Это больше про перья, это больше про яркие макияжи. 90-е – это больше про, как вам сказать, про такую готику, что ли, про гранж-стиль. Это больше про клетчатые рубашки. Это единственные там яркие акценты. Яркие акценты в 90-х, их пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому вот если вы видите клетку, ну, конечно, в более такой винтажной, я бы сказала, расцветке, то, конечно, это больше к 90-м. Если вы видите пайетки яркие какие-то, может быть, принты с фламинго, что-то еще наподобие, то это, конечно, больше 80-е. 90-е – черный, коричневый, серый, красный. 80-е – это весь разнобой. Это просто все оттенки радуги вместе. Ух ти! Ну тепер, знаєш, вже легше буде підбирати, ну, як мінімум, мені образ. Та-та-та. Ти розібрався зі своїм образом? Звичайно. Заходиш на контент, дивися. Таке не носять люди. Ідеально. А скажіть, будь ласка, от з ким найскладніше от в передноворічну річ працювати вам як стилісту? Мне совершенно легко со всеми. То есть, вы знаете, это зависит от человека. Но, конечно, в предновогоднюю ночь сложнее всего с теми людьми, которые говорят, у меня самолет через 3 часа, я улетаю праздновать Новый год в другой стране. Саш, привет! Добрый день. Да, и я помню параметры, к примеру, этой моей клиентки, и я понимаю, что хорошо, без проблем, я сейчас быстренько поеду туда, сюда, я была вот на шопинге с другой клиенткой на днях, я видела вот это, вот это, вот это, но опять же, прям тютелька в тютельку мне нужно выбрать, прям максимально точно, потому что шанса на ошибку нет. Вот как раз с такими клиентами сложнее всего, но не было ни одного поражения еще, известного мне на данный момент. А вот... Это ж прекрасно, я рахую, якщо поки ще не мав... Ну, поки ще. На даний момент нет. На даний момент нет. Ну, ви знаєте, сложно, действительно сложно, но что определяет тоже хорошего стилиста? Это умение подстроиться под настроение своего клиента, под его внутренние ощущения. И если он даже не может сам признаться, как он хочет выглядеть сейчас, это прогадать наперед, как он хочет выглядеть. К примеру, я знаю, что это моя клиентка, она у меня постоянная. Она безумно сильно любит себя в красном, она любит, когда она выглядит, ну, как типичная девочка с Инстаграма, но при этом ей хочется добавить все-таки чего-то более интересного в свой образ. К примеру, сегодня под свой лук я надела грубые ботинки, и вот это можно считать такой изюминкой образа, которая этот образ освежает, что ли. Ну и ей тоже можно дать какую-то такую интересную деталь. К примеру, ожерелье такое, statement массивное, которое не требует дополнительных каких-то аксессуаров. Или что-то еще вот такое под классику, чтобы ее разнообразить. И ей этого будет вполне достаточно, и в этом будет классно. Самое главное, выбрать то, чего не будет у подруг. Да, 100%. Вот это тоже интересно. Ну, интересно дивитися на Маха чи інколи. А вы, кстати, видели когда-нибудь девушек в одинаковой одежде в одном помещении? Я бачила. Если они не договаривались. В школе, например, в шкільній формі, все, поки що далі не виходило. Ні, бувало теж, знаєте, типу в школі, але потім ті дівчата в різних якби куточках і дивляться одна на одну, щоб одна пішла, потім ця в центр подій, потім вони змінилися. Отакі були рокіровки. Очень-очень хищні тигри. Прям ігри. Ну, рік тигра, одягайтеся всі однаково, будете тигрицями. Вот-вот. А ось ще, знаєте, важливий момент, як на мене, не всі, на жаль, можуть звернутися до стиліста. Конечно. А кожен намагається бути стилістом сам собі. Але інколи не вистачає якось цього чи знання, чи відчуття смаку. Як би ви порадили підібрати цей образ, щоб, не знаєте, ну, не одразу купити перше попавшись? От ваші такі поради, як підібрати образ, якщо у тебе з цим, ну, взагалі складно? Конечно. Образ должен соответствовать нескольким критеріям. К примеру, он должен хорошо на вас сидеть, то есть в плане того, что у вас вот там, где талия, у вас не сильно пережата. Или там, где талия, у вас не сильно свободна. Там, где грудь, она у вас не выползает на подбородок. Или, к примеру, она не полностью, допустим, вот так вот вы закрыты, если вы не хотите, если вы хотите открыть зону декольте. То есть на вас платье или же образ, выбранный вами, должен сидеть идеально. Если у вас есть в запасе 2 экстра дня, и вы можете обратиться к швее, которая вам быстренько поможет, собственно, сделать этот образ максимально по вашим параметрам, то, конечно, вы можете этим воспользоваться. Но рекомендовать покупать, к примеру, то, что понравилось, но вам не соответствует по размеру, я не могу. Вот именно по размеру мы выбираем самое главное, поскольку вам нужно в этом образе чувствовать себя комфортно на протяжении самой длинной ночи в году.
Вам нужно понимать, что вам в этом ходить всю ночь. Поэтому да, удобное, комфортное. Опять же, как Тигр советовал, тоже натуральные материалы, поскольку у вас тоже тело должно дышать. Нередко кому становится плохо тоже в новогоднюю ночь, то есть люди в одном помещении, к примеру, им элементарно не хватает воздуха. И часто там выходит кто-то проветриваться. Есть люди, которые половину новогодней ночи просто стоят вот так, пьют шампанское, смотрят на небо и общаются на задушевные темы. И все равно, что минус 20 может быть на улице, они в легких платьях вот так полночи проводят. Действительно, хорошие, натуральные, качественные материалы советовала бы выбрать. Ну и, конечно же, если у вас нет возможности позволить себе стилиста, хотя бы ознакомиться с базовой теорией цветотипов, которую легко можно найти в интернете. То есть вы понимаете, что по вашему цветотипу, что по вашим параметрам лучше всего будет подчеркивать ваши достоинства, а не же наоборот перетягивать на себя все акценты вашей внешности. Ми ще раз дякуємо вам, бо, як мінімум, дізналися, що я не убого виглядаю, а стильно. Прекрасно. Ми це нагадаємо неодноразово ще. Це не убого, це смарт кежуал, запомніть. Я казала не так, це він вже перекрутив. Я казала трішечки м'якше. Ось, проте тепер ми знаємо, як м'якше і стильніше підібрати ваш образ. Дякуємо вам ще раз. Друзі, а ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, і ми надалі будемо готувати для вас цікаві та актуальні теми. Найголовніше, завжди будьте разом з нами, залишайте свої вподобайки, пишіть коментарі і, звісно, підкажіть нам, які теми вас цікавлять. І вже в ефірі ми їх обговоримо. We'll be right back.